Приветствую всех поклонников спорта номер один. Мы с вами в Астрахани, на стадионе Центральный. Подходит к концу первая половина сезона в MLPET первой лиги. И Волгарь завершает ее домашней встречей против московской родины. Первая часть, она нас интересует. Все-таки стандартный лисей 4-1-4-1. Или все-таки что-то интересное видится? Ну, по-моему, стандартное действительно расположение игроков. Ну и в центре. Сейчас Адаев, кстати, на левый фланг сместился. Вперед направо, в центр. Ну и момент, и гол. Гости выходят вперед. Иван Тимошенко открывает счет. Четвертый мяч Ивана в этом сезоне. Он догоняет своего коллегу Амура Калмыкова и очень уверенно использовал момент. Смотрим повтор. Ну, довольно-таки сдержанно скамейка Родины, кстати, отреагировала на забитый мяч. Я думаю, Цурукян справа может отсюда ударить. Бьет Ведерников. Ух и... ты. Айдаров. Да, как принято говорить, полет для газеты «Пионерская правда». И Ведерников отправляется подать угловой. И, знаете, я тут прям ощущаю это напряжение. Опа! На скамейке Родины. Еще момент. Вот уже очень опасно. У ворот Айдарова. И опять выручает кипер гостей. И хороший, может быть, момент у Стефановича. Удар. Айдаров на месте, а добивание Лесникову не удалось. Да, не прочитал отскок Дмитрий Лесников. Несложно было ему подстроиться под мяч, чтобы больше всех в среднем. Удар! Ох, красота! В этом моменте прекрасно было все. И удар Цурукяна, и прыжок Айдарова. Длинные походы вперед. Носов на газоне. Свисток есть. Так, Габараев. Неужели вторая желтая будет? Да. Альберт оставляет свою команду в меньшинстве. Гиркин скидывает. Да, пенальти. Точка. Снова буря негодования. Куликов уверен в себе. Забил. Артем. 1-1. Уверенно реализует пенальти Делькин. Не знаю, замерзли у него руки, нет, но нормально бросил. И момент. Ну, здесь. Спустя несколько секунд дает свисток, оглашающий о том, что Волгарь и Родина все-таки играют ничью. Да, 1-1. Конечно, недовольны игроки Волгаря.